Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у меня уникальная встреча с очаровательной леди из Израиля, Светланой Светличной, с которой мы познакомились в 2017 году еще на просторах интернета. Она тогда была в Израиле, я была в Украине. И мы познакомились по случаю предложению моего ей о возможности круизного клуба «Инкрузис». Света, вот я хочу, чтобы ты сейчас сказала в двух словах, будучи не зная меня тогда, почему ты рассмотрела предложение компании «Инкрузис», что тебя смотивировало и как ты так доверилась, не зная вот совершенно меня на тот момент, да? То есть, что тебя заинтересовало, да? Что привлекло? Ну вот, кратенько. Дорогие друзья, значит, приятно со всеми познакомиться. Я, конечно, скажу и расскажу немножечко о себе. Значит, я в прошлом учитель биологии и химии. Более судьбы оказалась в Израиле. Прожила там 2 года, и мне хотелось чего-то такого вот необычного, красивого, счастливого познавать, узнавать. И вы знаете, я, наверное, своими мечтами, своими желаниями притянула это событие к себе. И представьте себе, случилось так, что абсолютно незнакомая девушка набрала меня по телефону, поздоровалась, я ответила ей в ответ, и она мне начала рассказывать о клубе. И когда я услышала о тех возможностях, что можно путешествовать по всему миру, что компания «Инкрузис» представляет 5000 направлений, вы знаете, у меня уже тогда загорелись глаза, потому что мне кажется, что абсолютно нет таких людей, кто не любит путешествовать. А если мы еще можем путешествовать, экономя свой бюджет, это же вообще здорово. Чтобы нам как за это еще платили. Да, а плюс еще платили. И когда мне Мариночка сделала предложение, я была очень счастлива. Во-первых, я хочу порекомендовать, не бойтесь узнавать, знакомиться с теми людьми, которые вам встречаются на вашем пути. Да, они не случайно приходят, это 100%. И Мариночка меня настолько заинтересовала, и еще раз повторюсь, конечно же, путешествовать – это хорошо, но когда мы еще можем строить бизнес во всем мире, при этом имея свой кабинет в нашем кармане, телефоны. И за это телефоны, да, и еще путешествовать за счет компании и получать очень достойный доход, доход такой, который я сейчас безграничный, получаю намного больше, чем я работала в Израиле. И представьте себе, и строить команду во всем мире, сотрудничать со 190 странами мира, это действительно дорогого стоит. Тем более вход минимальный. Так что мы рекомендуем. И хотела сказать также по поводу легальности. Значит, друзья, если кто-то сомневается, вы только зарегистрируйтесь по ссылочке вашего пригласителя и посмотрите, что мы подписали договора с 16 круизными линиями. А каждая круизная линия, представьте себе, это отдельное государство. И вы знаете, каждая круизная линия до третьего колена изучала компанию «Инкрузис» и проверила ее на честность и прозрачность. И это для меня было все. Когда я увидела, что действительно подписаны договора с этими линиями, легально, для меня закона, сомнений не было. Я, конечно, на третий день приняла решение и присоединилась в нашу огромную мировую компанию. Счастлива. А я почему сделала предложение Светлане? Потому что я увидела в ее глазах такую искренность, знаете, вот солнечный такой взгляд открытого человека. И вот такие люди притягивают. Так что притягиваем своих людей, строим команду, строим бизнес международно и присоединяемся в клуб путешественников «Инкрузис». Пока-пока!